здесь у меня это Брокен город. Да, 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 да. Ничего такого. Музыка. Да, да, музыка. Нормально. Нормально, да, 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 вот, пожалуйста. Это в армии у меня друг с Твери был, я тоже товарищ, помог мне набить татуировки, ну, по просьбе, как бы, сделать все нормально. Да, пожалуйста, я, ну, смотрю абсолютно свет, я нормально, ну, я смотрю. Да, пожалуйста. Пошлите. Да? Что запрещенного препарата? Ничего, ничего, абсолютно. Просто с травешкой немножечко переживаю, потому что у меня первый раз за два месяца, может, я остановил, ну, сотрудник ДВС уважаемый. И, ну, до этого-то останавливаешь? Конечно, без проблем. Конечно. Такого страшного нет? Конечно. Вообще не знаю, что порядок происходит, да? Конечно. Уважаемый. Да, уважаемый. Ну, не знаю, как это... Ради бога, у меня... Может, и правда переживаете с того, что мы вас остановили? Да, да, у да. У нас возникает подозрение. Не, правильно? Я чтобы понял. Наши подозрения да, разрушить, мы вам предложим сейчас ряд процедур. Я непосредственно пройти освидетельствование. Я понял, уважаемый. И там уже по итогам освидетельствования договоритесь. Если все хорошо, значит хорошо. Да. Внесем вам извинения за потраченное время и поедете дальше. Блин, а сейчас мы вас... Причины. И вы думаете, я, ну, курил что-то? Ну, что-то у нас, да. Закрадывается подозрение, что вы что-то... Нет, у меня ноги мокрые, я одел отцовские... Я еще раз... Отцовские. Я живу на Сомике, уважаемый. Я все прекрасно понимаю. Я говорю, может у меня как бы я, ну, семейный бизнес, я гулял, как бы гуляю сам, ну, вчера я был в Москве, как бы, ну, отдыхал, ездил в клуб, мне, ну, друзья встречали, был в клубе с девушкой, вот, и как бы это никак не относится к моим водительским, ну, как бы я хороший водитель, правда, я не несу опасность общества, не везу опасность на дорогу, я всегда аккуратненько справа постраиваюсь, еду аккуратно, никому не мешаю. Да. Вы сейчас к чему это разговариваете? Блин, я просто вчера был в клубе, я курил с другом, ну, что одну ну, плюшку я курил. Плюшку. Аллахер, давай. Вы знаете, что на территории Российской Федерации запрещено? Я знаю. Одну, ой, наркотички. Это я знаю, уважаемый. Я знаю. Я просто был в клубе, меня просто был, ну, как бы незнакомый человек абсолютно подошел вместе с Коляном, предложил мне покурить. Вот, я с ним покурил вместе с Коляном, ничего не запрещал, ничего я, ну, как безумие никакого не устраивал. Просто покурили, и все, как бы, ну. То, что я сейчас за рулем, у меня сейчас покажет то, что у меня есть, ну, ТГК, да, в крови. Тетраканабиол. И это как бы для меня. Видите, вы все прекрасно знаете. Даже для первого раза, просто... если получить. Покурить плюшку, очень вас осведомлены, что у вас сейчас в крови находится. Да, и как да. бы, ну, это к рулю... Это у нас подозрение это... уже закладывает, что вы это не первый раз покурили. Нет, нет, дело не в этом, что я первый раз... Я не то, что... Я просто говорю, что он у меня сейчас как бы есть в крови, ну, как бы, я переживаю за это. Можно покурить сигареты? Я очень нервничаю, пожалуйста. Лохер. То есть был на студии, да? Да, на студии. Это когда было? Вот сегодня четверг? Да. 4-5 дней назад. Да. Вот. И что там происходило на студии? Там ребята курили кальян, вот. Ну, как бы, я просто... Курил вместе с ними, да? Да. Да, да. Ну, как бы, и я... есть вероятность, что курил? Да, да, да. Да, да, да. Ну, я не знаю, ну-ка я там, ну, в этот, они в этот самый, Колян там, ну, забыли что, пускай пойдет. Да. Ну, там впадение было хорошо и весело, да? Но вы ни о чем не думали. Да не особо и весело было, так обычно, на самом деле. Просто друзья, ну, на конг, ну, не на конг, ну, как бы, все курят, я... Ну, вы же знали, что это запрещено, зачем тогда? Да я был в клубе, я не знаю, ну, мне просто, они, ну, были на студии, у них на втором этаже студии, там, на третьем этаже студии у группы записывают альбомы, выпускают песни, и я просто, ну, влился в окружение, и, как бы, я, ну,
просто сидел за столом задним, прошел вот с помощью вот билетика, который я у девушки попросил, оказался в этом клубе абсолютно бесплатно, там вход стоил 1000 рублей. Как-то вот, ну, я об этом даже не задумывался, не думал, что какие-то последствия могут быть. Я думаю, ну, покурю, развлекусь, там девчонки танцуют, я там потанцую со всеми, ну, там, ну, первом этаже танцпол, на втором студии, на третьем студии, трехэтажный, ну, такой пентхаус.